Всем привет, на связи Телегин Денис. Ремонт нашей новостройки продолжается, и сейчас нам надо будет установить специальный сифон для кондиционера. То есть у нас есть кондиционер, и слив конденсата этого кондиционера у нас идет в основную канализацию. То есть у нас есть труба дренажная, которая идет под наклоном и входит в систему канализации. И для того, чтобы из канализации у нас запахи не шли, не распространялись через этот кондиционер по квартире, нам надо будет поставить специальный сифон с гидрозатвором. Для этого мы пользуемся вот таким вот сифоном Вейком. Как он работает, я сейчас расскажу более подробно. Сифон находится в специальном пластиковом боксе, который будет замурован в стену. И сверху он будет закрываться вот такой пластиковой крышкой. При необходимости эту крышку можно снять, чтобы провести профилактику сифона. Сифон имеет два входа, сверху и сбоку. Есть специальный патрубок и уплотнительный манжет, переходник. Манжет вставляется в патрубок и вставляется уже либо сверху, либо сбоку. А сюда уже вставляется дренажная труба слива. Принцип работы сифона следующий. Через эти отверстия конденсат попадает вот в эту накопительную камеру, и вода поднимает шарик вверху. После чего обнажается отверстие, и вода уходит в канализацию. Потом шарик встает на место и запирает отверстие от запаха. А сейчас мы посмотрим, как монтируется этот сифон на месте. На этом все. Смотрите мои другие ролики и подписывайтесь на мой канал.